Фламенко. Мир узнал о нем благодаря андалузским цыганам. Именно они два века назад выразили страсть, любовь, одиночество и переживания через танец. Отразились чувства и в костюме. Красный, черный, белый, исполняющий фламенко, напоминает большую яркую птицу. Ровная спина, поднятые в изгибе руки, миг неподвижности и каблуки продолжают четко отбивать ритм. В этом магия фламенко. У меня ощущение свободы, когда я танцую на сцене, есть как будто такой вот как полет. А когда есть возможность танцевать это на сцене, то, что ты так долго готовишь, то на самом деле это праздник. И есть ощущение этого праздника, и когда получается поделиться этим со зрителем, то это, ну, я думаю, что это высшая такая радость какая-то. Сегодня это не просто танец, это стиль жизни, движение души и откровение сердца. Он не чужд и казанцам. На сцене исполнительница фламенко Анна Федорова и ее ученики, а также гость из Санкт-Петербурга. В зале родственники, друзья, артисты. Это наша кровь. Понимаете, фламенко – это то, что привезли цыгане конкретно в Испанию. Это наши традиции, то, что мы используем в своих танцах. Жестикуляция, гордость, красоту женскую. То есть это все, что нам свойственно, мы дали Испании. И то есть это полная отдача в танце женской судьбы. Научиться танцевать может каждый. Главное – это желание и умение слушать свое тело и душу. Век бешеных скоростей, когда практически не остается времени для познания самих себя, фламенко становится лучшим способом остановиться, задуматься и вновь закружиться в ритме страсти.